Камера-мотор начали. В 1895 году братья Люмьер получили патент на изобретенный аппарат «синематограф». В том же году состоялась и премьера первого фильма. Было это как раз 28 декабря. Именно этот день и назначили Международным днем кино. В России премьера первого фильма прошла 15 октября 1908 года. Фильм по мотивам народной песни о Стеньке Разине из-за острова на Стрежень длился всего 7 минут, но впечатление на зрителей производил неизгладимое. Когда поезд несся на зрителей, они в ужасе шарахались, конечно, он производил большее впечатление, но то, что тот фильм, о котором вы говорите, где Стенька Разин в набежавшую волну бросает, конечно, для людей того времени это был аттракцион, примерно как для нас сейчас компьютерные некоторые изыски. Кинематограф прошел большой путь от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. В Самаре давно снимаются документальные фильмы. Многие из них становились лауреатами всевозможных конкурсов. Небольшое помещение – это святая святых Самарского дома кино. Именно здесь монтируются и хранятся легендарные документальные фильмы об известных людях, природе и, конечно же, событиях Самарского края. Марианна Мирная, Станислав Левин. События.